цивилизации, достаточно разумные на Земле, которые обладали знаниями, превышающие нашу цивилизацию, существовали как минимум 65 миллионов лет назад. А если брать те сведения о находках, которые существуют в более древних отложениях, вероятно, они были и в более ранние времена. Например, очень много находок сознательной деятельности в каменно-угольных отложениях и следов человекоподобных существ прямоходящих. Есть они в пермских отложениях, в триосах отложениях и даже в более ранних. Вот. Но эта цивилизация, видимо, периодически разрушаясь какими-то катастрофами, какие были катастрофы, трудно сказать, либо это действительно столкновение с Землей каких-то небесных тел, либо это были ядерные войны, как описывают индийские предания, когда воюющие стороны использовали разрушительное оружие, которое уничтожало и расшатывало мир. Вот. Эта цивилизация, ну, угадывается, существовала примерно до времени как минимум 12 тысяч лет назад. 12, 12,5, 13 тысяч лет назад по разным датировкам. В это время к этому тонкому слою, пограничному слою отложений, примерно 12 тысяч лет, приурочены тектиты. Это огромный австрало-азиатский тектитовый пояс протяженностью 4 тысячи километров. Такие же тектиты, недавно, как я выяснил, есть во всей Северной Америке. Что такое тектиты? Никто не знает. Либо это вещество метеоритов, либо это вещество комет, но они не совпадают по составу химическому ни с метеоритами, ни с кометами. Единственное, на что они похожи и совпадают полностью, это ядерные тринититы, образовавшиеся от ядерных взрывов в Неваде и в Семипалатинске. И как по форме гантельки, как и по разбросу, как и по химическому составу, вплоть до самых тонких примесей. А, кроме того, 12 тысяч лет время очень много развито воронок по всему земному шару. Они есть в Сахаре, в Египте, в Ливии, они есть в Мавритании, они есть в Аргентине. Когда анализируешь этот период 12 тысяч лет, это гибель огромного количества животных, мамонтов, шерстистых носорогов, мастодонтов, пещерных львов, медведей. Произошло это как-то примерно в одночасье, как будто их смыла какая-то гигантская волна, они все в хаосе вот так начали крутиться, а потом вдарил мороз, который их сковал все в одно целое, и не только остатки этих животных, но и растительность, вырванные с корнем деревья, оторванные стволы, все перекрутил, и километровые толщи в Сибири и на Аляске вот такие вот существуют, которые при вечной мерзлоте, которые, когда растают, образуют зловонную такую грязь, слякоть. А мамонты в первое время, даже туши мамонтов бывают съедобны, то есть они еще не успели испортиться за то время. И вот Людвиг Зайдлер очень интересно в своей работе, польский астроном, предложил, что в это время произошло смещение земной оси примерно на 15 градусов. И в результате такого смещения понеслись навстречу две волны высотой примерно 5 километров с севера на юг и с юга на север, которые практически все смывали, не крошили все дома и практически уничтожили всю предыдущую цивилизацию. И как раз вот вечная мерзлота с мамонтами, с вырванными растениями – это то, что осталось. И в результате вот этого смещения земной оси произошло как раз резкое изменение положения. Если юг, север раньше находился в районе Канады и арктической части Северной Америки, и вечная мерзлота простиралась до чуть ли не до Вашингтона, то все это потом, в районе Евразии был климат такой, как на широте Одессы, Киева, вот примерно, и там процветала цивилизация. Это уже была не Гиперборея, это была Евразия, но это была теплая Евразия. Значительная часть Северного Ледовитого океана, шельфа Северного Ледовитого океана, примыкающая к Евразии, тоже была сушей. То есть суша продолжалась далеко на север, включала все арктические острова. Это была цивилизация, которая действительно можно назвать прото, то есть которые наследники гиперборейской цивилизации, из которой вышли потом великое расселение скифы, сарматы, кемерийцы, потом они же уже стали хеттами, фригийцами, масса цивилизаций, которые потом в результате изменения природно-климатических условий разошлась по всему земному шару. Так вот, а канадский геофизик О'Келли вообще считает, что это не 15-градусное было смещение, а учитывая распределение льдов до 12 тысяч лет и после, это на 30 градусов сместился полюс.
Мы хотели с очень серьезными титулованными учеными из института, из Академии наук, я не буду называть имя на всякий случай, провести исследование о возможности смещения земной оси при столкновении с астероидами. Возможно ли такое смещение? Но, к сожалению, грант, который мы подавали, не прошел на эту тему. По каким соображениям, можно только догадываться. Два раза его подавали, два раза он не прошел. Вот. То есть это исследование, видимо, в Академии наук никому не нужно. Но меня всегда интересовало, возможно, такое смещение произошло и от ядерной войны. Вот если обменивались стороны целенаправленно ударами, а я примерно восстановил, когда анализировал предание, одна воюющая сторона находилась в районе Австралии, вторая сторона находилась в районе Индии, то, что было севернее. Если следовать индийским преданиям, те, которые находились в Австралии, назывались кауравами. Это уже последний виток цивилизации, который описывает индийские предания. Уже это уже не боги были, это потомки богов. Пандавы находились на севере. То есть в результате этой кровопролитной войны, которая продолжалась очень много времени, пандавы победили. В результате что мы имеем? В Индии остались древние книги, очень много информации о древних цивилизациях. В Австралии практически не осталось ничего. Но зато предания австралийских аборигенов повествуют о том, что настало время, что раньше на Земле существовали другие времена, потом в результате какой-то некой катастрофы Солнце перевернулось, стало сходить с другой стороны, горы поменялись местами с моря поменялись местами с горами, то есть произошла чудовищная встряска, чудовищная катастрофа. Даже предания австралийских аборигенов сохранили сведения об этой катастрофе. И на самом деле, то, что вот не прошел этот наш грант, это очень жаль, потому что столкновение ли это с астероидом, ядерная война широкомасштабная, это могло бы говорить о том, какие последствия могут иметь, если сейчас люди возьмут, наши руководители стран, и необдуманно начнут кидать друг друга ядерными снарядами. То есть здесь это может быть не только климатическая катастрофа, предсказанная Моисеевым, Тарко, Саганом в Америке, Крутценом, когда Земля будет обволочена слоем облаков толстых, через которые не будут проникать солнечные лучи, и наступит период тьмы, отсутствие фотосинтеза, холод будет, там минусовая температура по всей Земле, включая в Африке. Но может еще произойти скачок земной оси, и огромная волна высотой 5 километров, а как некоторые говорят люди, еще выше, обойдет несколько раз вокруг земного шара, и от нас, от нашей цивилизации, если что-то останется, вот действительно, как писал Платон, волопасы в горах, неграмотные и неученые. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.